на воде. Каждую весну, а иногда в период сильных дождей и осенью, здесь образуется своя маленькая Венеция. В огне. Как же проходят героические будни? Узнаем прямо сейчас. В воздухе. Авария. И, конечно, на земле. Причем в любой точке Татарстана. Алексеевский район начинается с Камского мостового переезда. Быть среди лидеров одного из ведущих регионов страны задача непростая, но Буинский район с ней пока достойно справляется. Всегда в числе первых на месте происшествия. Сюда сразу же съехались все оперативные службы. Порой на самом краю пропасти. Клубнику посадили в прошлом году, а в этом, чтобы собрать урожай, нужно как минимум альпинистское снаряжение. Он не боится критиковать. Как власть в правовом государстве может позволить остаться без крыши над головой, прописки, а соответственно и всех социальных прав? Сразу несколько десятков человек. Участвует в митингах оппозиции. Повлиял мороз или какие-то другие факторы, но казанский митинг оказался одним из самых немногочисленных. Знает все о спорте. Все спортсмены уходят с одного старта, но расстояние, которое они должны пройти, зависит от количества собак в упряжке. Может рассказать даже о погоде. Никакой аномальности в слегка затянувшейся зиме нет. Его многократно награждали. А все потому, что Роман Королев умеет добиваться своей цели.